Легенда гласит, что последний огненный демон был повержен, и его душа была навеки запечатана в магический амулет. Его отнесли в храм стихий и охраняли как самую драгоценную и опасную реликвию. Много веков прошло с тех пор. Почти все, кто помнил события тех времен, давно испустили дух. И страшная тайна амулета, затерянного в глубинах пустующего храма стихий, давно...